Мне Лесная очень нравится. Вы знаете, даже вам такую историю расскажу. Впервые я сюда приехал ребенком 10-летним и так был поражен, потому что я не думал, что есть такие красивые места. И понятно, место историческое, мест исторических много. Но вот такая красота, кругом лес, кругом хорошие люди, да, деревенька такая компактная, и храм необычный. Вот я посмотрел, помню в детстве, как в сказке, думаю, я только это в какой-то там сказке о царе Салтане на картинках видел такую красоту. Вот она есть. Краница хорошая. Вода, это же водичка уже, как бы, я здесь 31 год живу, а она-то уже, как бы, уже может быть лет 100, а может и больше она существует. Люди пьют, и сейчас пьют, и довольны. История с географией. Игорь, сюда смотри. Махай ручкой. Является очень посещаемым населенным пунктом, в частности, что это битва при Лесной. И у нас очень много гостей. Это и туристы, это и школьники, это и иностранные граждане. И как бы, ну, я, председатель сельского совета, больше уделяю внимание данному населенному пункту по вопросам чистоты, потому что, ну, гостей всегда встречают как бы с желанием и стараются все закутки свои подобрать. Ну, как бы у нас вот так уютненько, и люди уже привыкли, что на нас все смотрят. Говорит, ну, а встречают, как говорят, по одежке, и провожают по уму. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам про Лесную. Как вам здесь живется? Живется здесь очень хорошо. Люди Лесной очень прекрасные. Но вы же не местная. Нет, я приезжая здесь, я живу 73-го года. А как приехали сюда? Ну, муж привез сюда. Вот здесь я замужем столько лет. По любви, короче, по попали. Любви, да, по любви попала. Ну, трое дочерей. Дочери мои все здесь на месте. Ну и я здесь проживаю своим хозяином. Ну, сейчас очень работы уже на огороде заканчиваются. Картошка выкопана. Помидоры, огурцы, еще это убрано, лук, чеснок. Сейчас можно занимаюсь отдохнуть. Виноградом. Виноград снимаем, свой виноград вырос. Яблок в этом году очень много, яблок поснимали. И ну, что, правда съедобный? Конечно, попробуйте, пожалуйста. И забыла? Да. Вкусно? Вкусный виноград. Яблочки. Кстати, еще. Смотри, какие. Ну, Лесной, я живу уже лет 10, так сама я выросла, родилась в моем городе Могилеве, закончила там 17-ю среднюю школу образовательную, потом отучилась на страховое дело в колледже в Могилеве и отрабатывала в Славгороде практику, на страховом агентом работала. Ну и вот здесь познакомились, стали встречаться, поженились, ну и так и остались жить, нам вот понравилось и живем. Какие оценки получаешь? Ну, девятки, десятки. Тяжело они достаются? Сколько надо работать, чтобы получать девятки, десятки? Много. Ну,
умудрились взять в жены городскую девушку? Вот как это? Это же был риск со стороны сельского парня. Ну чего риск? Это любовь, наверное, скорее всего. Потому что иначе никак. А все остальное, как вы сами знаете, это дело наживное. Можно везде приспособиться жить, и в деревне, и в городе. Но нам как-то больше тяготения к деревне. Вот у нас 4 коровы, 4 собачки, 4 котика. Только не знаю, где котики наши бегают. Было 4 гуся. Один, правда, в том году умер, наверное, собаки, не знаю. Ну вот, надо еще 4-го ребенка. До ровного счета. Ну, а мы полюбили это место, любим своих коров, тех самых даже животных. Заботимся о них. И детям тоже нравится, помогают. Это вот коровку маленькую Данила говорил вырастить, а мне это будет моя корова. Все приучаются к труду с детства. Хорошо, вот это зима не надо, тут снежный бабок вот здесь. Ты притащи по умникам. Улыбнуться.